Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Мотобустер. И сегодня мы будем смотреть мотоциклы до 100 тысяч рублей. Это рубрика «Спорт за сотку». Подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Поставь лайк на это видео, напиши креативный комментарий. И погнали. Первым мотоциклом у нас будет Kawasaki ZR400 за 69 900 рублей. Ну, короче, 70 тысяч рублей за 400-ку. Если он с доками на полном ходу, то это нормальная цена. По фото мы видим нормальный ухоженный мод. Ну, тут видно вмятинки на глушителе. Год выпуска 96-й. Заводится. Не ждите чуда за эти деньги. Работает с перебоями. Требует обслуживания и настройки карбюратора. Замена расходников. Аккум новый. Коробка отличная. Мотор без стуков. Документы в порядке. Могут доставить, если ноль. Ну да, понятно. За 70 тысяч, если с доками полными, то хрен найдешь нормально. Но я бы снизил бы цену до 60 и для вас можно забрать этот мод. А мы идем дальше. Так, Зизер, блядь, ёбаный. Не интересует. Мотоцикл. Кол. От слова какого, блядь. Так. Что мы еще рассмотрим? Давайте рассмотрим Stealth CB200 за 52 тысячи рублей. Сразу говорю, цены он свои не стоит. Бушки за 40 можно нормальные найти. Продаю верного друга. Пробег 12500 за время владения. Ни разу не подвел меня. Что было заменено в 2019 году. Цепь на японскую оригинальную сальниковую DIT. Звезды, тормозная жидкость, колодки скоро под замену. Резина еще сезон минимум. Вложений не требует. Есть косячки по пластику. Незначительный торг. Дороговато. За китайца. Так. Что мы... Давайте Сенг СК-250 рассмотрим. Республика Коми. Так. С интернета... Интернет по пизде пошел. Стоит на учете. Мотор 250 кубов. Инжектор с автозапуском. Сигнализация. Эти мотоциклы... Про эти мотоциклы я читал. Нормальные мотоциклы. Уже с инжектором, уже пободрее, помощнее, чем вот эти обычные. 60 тысяч для него цена конфетка. И это было последнее объявление. С вами был Мотобустер. До скорой встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.